Богата донецкая земля полезными ископаемыми, и лишь одного и не хватает – воды. А между тем на севере края течет относительно многоводная река Северный Донец. И вот по решению правительства строится канал Северный Донец-Донбасс протяжением 125 километров. Он начнется у села Райгородок и дойдет до города Сталина. От канала будут проложены ответвления к промышленным центрам. На стройке можно увидеть самые разнообразные механизмы. Но особенно интересна профилировочная машина, сделанная в Харькове. Она проводит профилировку и зачистку берегов, заменяет труд тысячи людей. А управляет ею только один человек, молодой механик Борис Полищук. Значение канала исключительно велико, и строители дали слово пустить первую очередь к 40-й годовщине Великого Октября.